Сейчас пришло время уже не думать умом, думать сердцем, а умом начинать чувствовать. И то, что написано на этом слайде, для многих людей вообще бред крайней станции. Я вас понимаю, те, кто первый раз это слышит. Вопрос только в том, как это делать. Когда люди научаются это делать, им становится вообще непонятно, зачем они ездили на деревянном велосипеде, когда можно уже по жизни гонять на ракете. На ракете вы увидите больше, ширше, дальше, выше, интересней, веселее, под разными ракурсами, чем 100 метров на деревянном велосипеде по жизни проезд.